Несмотря на то, что в 20 веке радио неоднократно предрекали скорую смерть, оно до сих пор является одним из самых популярных видов медиа в России. Поэтому и сам праздник не теряет свою актуальность. День радио можно смело назвать профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, связистов и радиолюбителей. Все, кто высказывается о важнейших событиях, происходящих в мире, объединяют на радиоволнах человеческие дела, мысли и души. Подобные объединители душ есть и в Казанском университете. Ребята из редакции «Include» совместно с UFM ведут свой собственный подкаст, куда приглашают интересных людей и говорят с ними на актуальные темы. Мы всегда хотели в подкастах говорить с людьми не так, как мы это делаем в интервью, то есть когда мы готовимся, кучу вопросов готовим, когда мы там знаем, о чем мы хотим поговорить. Мы просто зовем очень крутых людей, которых считаем интересных для наших читателей, для нас самих, которыми мы восхищаемся, и просто с ними общаемся на те темы, которыми они занимаются. Ведущие подкаста «Плохой разговор» считают, что формат подкастов – это самый живой формат медиа на сегодняшний день. Так или иначе, нам нравится слушать наших друзей, людей, коллег. Нам важно, это позволяет уменьшать дистанцию между читателем, тем, кто потребляет контент, и тем, кто его делает. Это такое общение тет-а-тет практически. Да, да? Подкаст – это что-то более близкое человеку, нежели радио, потому что радио – это все равно это график, это режим, это время, в котором выходит, а подкаст ты взял наушники, пошел и слушаешь, как будто ты просто общаешься, как будто ты член вот этого разговора, и ты там участвуешь. Это очень круто. UFM – круглосуточная радиостанция Казанского федерального университета. Сетка вещания состоит из программ на 20 языках, которые ведут российские и иностранные студенты КФУ. Азалия Ахметова, Камиль Гемуздинов, Ленардо Валетьяров, Универньюз.